Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. Первый рестайлинг. В кузове TRG150. Бензин 2,7 литра, 163 лошадиных силы, полный привод. Комплектация самая опционально максимальная. TX Limited. Цвет Снежная Королева Перла Мутор. Дорогая диодная оптика, фара-линза, ходовые огни, омыватели фар, штатные передние парктроники сонары, дорогие опциональные диодные туманки, дополнительные дневные ходовые огни в бампере, кубе установлены, передняя губа моделиста версия 2. Дополнительно установлена подсветка в ушах, камеры в ушах, также передняя камера. Молдинги дверей оригинал, боковые юбки, накладки, оригинальные ветровики, рейлинги на крыше, опциональный люк. Задняя полусфера остекления затонирована. Оригинальные 18-е литые диски. Так, установлена всесезонная японская резина Bridgestone с неплохим остатком. Задняя губа накладка. Задние штатные парктроники сонары. Трасса ТРД. Задняя камера. Декоративная накладка на бампере. Все стекла пронумерованы. Гравировка присутствует на всех стеклах. Также установлена дорогая сигнализация Пандора 5000. Метка, подкапотный замок, ключ и мобилайзер, бесключевой доступ. Автоматическое складывание зеркал. Кожаный темный салон. Вставки под дерево. Руль-косточка. Модельные коврики штатные Land Cruiser Prado. Дополнительные коврики Classio. Накладки на порогах с подсветкой. Старт-стоп, кнопка декоративная ТРД, регулировка уровня подсветки, включение подогрева зоны лобового стекла в районе дворников, омыватели фар. Так, кожаный руль, управление медиа hands-free, включение камер. Кнопка. Оригинальный пробег 89 тысяч. Местоположение. Штатная мультимедиа. Многоформатная. Так, USB AUX заглушка. Подогрева сидений. ТРК антиюз. С траекторией движения, раздельный климат-контроль, дорогой установлен видеорегистратор Street Storm, зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, датчик дождя, люк, повторюсь, в двух положениях.
холодильник. Дополнительные пищалки в дверях. Это только на самых максимальных комплектациях эта опция. Модельный коврик в багажнике, буфер в багажнике, 7-местный, третий ряд сидений, еще в целлофане. До конца не буду раскладывать. Уже не раз показывал в своих видеообзорах, как выглядит данный ряд сидений. Электропривод второго сиденья также. Данный автомобиль был 8 лет в семье, один фактически хозяин. Продается. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. Всем спасибо за внимание.